Приветствую вас на своем канале, и сегодня я хотела показать такую очень интересную партию, довольно-таки сильный соперник, которого ранее мне никогда не удавалось выиграть. Вот вы, если посмотрите, здесь я ему проиграл 4 раза подряд и ни разу не выиграл за целый год. И вот в этот воскресный вечер он случайно снова попался, и я напряг свои извилины, думаю, как же его обыграть, и все-таки мне удалось выиграть, хотя очень сложно он играл. Ну, давайте посмотрим, как шла партия. Мои фигуры черные, у него белые. Время 10 минут. Кстати, он, если бы даже ему мат не сумел поставить, он бы проиграл по нехватке времени, потому что у него оставалось уже 8 секунд. Так он сходил пешкой, стандартный ход. Здесь я уже напрягся, потому что они подбираются к королю, то есть я не успеваю обеспечить оборону своих фигур. Здесь уже я вообще подумал, что я проиграю в очередной 5-й раз, потому что мне короля некуда девать, то есть у меня все тут открыто. К королю спасаться бегством некуда, тут он уже маячит ладья вниз, и еще одновременно на ферзя напал. Ну, в общем, думаю, кранты мне. Так мы тут разменяли ферзями, то есть ни у него, ни у меня не осталось. Но от этого мне легче не стало. Здесь им удалось уже более-менее вывести свои фигуры, есть куда деваться королю, прятаться. Он прибег к тактике поедания всех моих фигур, типа чем меньше фигур, тем ему легче. Ну, посмотрим. Здесь я уже как бы все опасности нейтрализовал, взял инициативу в свои руки, и теперь уже он отвечает на мои ходы, и стратегию веду я. Его задача пропихнуть эти пешки до ферзей, чтобы они дошли. Моя задача этого не допустить. Это задача минимум, а максимум все-таки съесть все его фигуры и поставить ему мат. Здесь я создал такую опасную для него ситуацию, то есть один ход отделяет его от мата, то есть если я сюда ладья F1 сходить, то ему сразу мат. Но он это, к сожалению, заметил, и поэтому смерть его отсрочилась. То есть мат будет, но немного позднее. Здесь я напал одновременно на
две его фигуры на ладью и коня. То есть, и причем он что-то одно потеряет вынужденно. Он решил сохранить ладьи в обмен на жертву лошади. Здесь я уже лидирую по количеству фигур, то есть у меня на одну фигуру больше, но соперник довольно-таки сложный, и пока это мне мало чем помогает. Ну, давайте дальше смотреть. Напал на слона. Но слон тем и крутая фигура, что она по диагонали ходит и может косить, как говорится, с двух сторон копья. То есть я напал на пешку одновременно и на ладью. В этом преимущество слонов. Он решил прибегнуть к стратегии, что пока мои фигуры связаны, у меня только свободная одна ладья, которая может безопасно передвигаться, другие в связке, один меня охраняет, слон тоже. И он решил пешками дойти до ферзя. Смотрим, как я буду этому препятствовать. Ну, я, скорее всего, не буду их есть, а попробую поставить скорее мат. Здесь я пытаюсь подобраться с тыла. Он это, походу, не увидел. Шах. Он опять идет со своими пешками. Но тут мне немножко ему осталось. Он уже в ловушке, ему некуда деваться. То есть он совсем забыл про короля и своими пешками шурует, а я, тем не менее, выполняю свой план. Все, он заперт, ему деваться некуда. Единственное, что он может прикрыться ладьей, даже два раза прикрыться ладьей, но поскольку это только отсрочка агонии, то есть тут все уже, у него партия проиграна. Все, мат. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Мне эта партия тоже понравилась, потому что мне удалось все-таки его выиграть. Я потом... Он хотел еще реванш, но я подумал, что мне не удастся его снова выиграть, поэтому закончим этот воскресный вечер на победной ноте и в хорошем настроении, что я все-таки его сделал. Всем пока, ставьте лайки.